Кратчайший это мусоросортировка. Есть победитель, который готов поставить уже сортировочную линию и проводить сортировку, соответственно, уменьшать объем мусора на городскую свалку. Другого решения, других инвесторов о строительстве заводов или еще на сегодня нет. Есть человек, который говорит 3 210 000, и он победил в конкурсе. Есть об этом решение. Готов услышать. У меня вопрос. Все прогрессивные города, и тут в чем приучение населения к сортировке? А мы, с одной стороны, мы не приучаем себя же к сортировке. Мы немножко не по адресу. У нас здесь докладчик опять 3 буквы. И более того, это очень важно для нее. Она глава конкурсной комиссии. Вот у меня склад, который да, признал. То есть надо ее слушать. Ну, откуда он знает? Тут балловая система. Почему они выиграли, я так понимаю, и ХАКС, и РИМС участвовали? И на лицо есть, ну, борется 3 структуры. Почему тут по баллам, я сейчас скажу, баллы, вот, кто получил 60 баллов, то есть почему, как, она может сказать, она оловает и конкурсный комиссий. Это мы сейчас просто тратим. РИМС участвовал, был еще 3-й участник. А кто? Частное предприятие. Ну, то есть вы понимаете, что мы ни на один вопрос не можем, и вам нет претензий. Детально я вам доложу. У нас написано, что докладчик 3 был, написано, и вот здесь в этих... В документах она была головой этой конкурсной комиссии. Она бы все помнила, но раз она определяла победителя, рассказала бы, в чем прелесть этого проекта, а что мы можем спросить у докладчика. Плюс профильная комиссия, я думаю, что даже не занималась. Ждем решения профильной. Какой еще у вас номер?